мне болит всадник. Обугленный совет не хочет признать это, но дерзнувшие взглянуть видят, мы должны были сделать что-то. Открытое нападение на королевство тьмы — это нарушение договора. То, что ты предлагаешь, безумие! Азраил, зло множится в мире, и все быстрее. А небеса бездействуют. Совет связал нам руки. Сомневаться в совете — значит сомневаться в Создателе. Ты думаешь, что тебе виднее? Да, старый друг. Да. Когда печати будут сломаны, ад пришлет приближенных своего владыки, чтобы определить условия войны. Все вожаки соберутся в одном месте. Ударив, мы отсечем голову зверя. Воины небес уже готовы. Но если сломать печати, начнется последняя битва. Мир людей еще недостаточно силен для нее. Земля будет уничтожена. Последней битвы не будет, Азраил. Мы сокрушим тьму еще до того, как битва начнется. Договор о мире с священием. Даже победив, мы навлечем на себя гнев совета. Его посланники найдут печати нетронутыми. Чьему слову они поверят? Слову небес или слову отца лжи? Ну, теперь ты понимаешь мой замысел. Печати будут изготовлены заново. Все подумают, что легионы ада перешли в наступление и были остановлены нами. Ты сделаешь это ради торжества света? О, Азраил, старый ты дурень. Мы сломали все печати, кроме последней. Авадон приказал не трогать ее. Он сам ее охранял. Ты уверен? Да, полностью. Мы боялись вовлекать в это всадников и не думали, что нам придется, пока не стало слишком поздно. И за вашу измену должен расплачиваться я. Предательство! Война! Ты должен уничтожить всех, кто в этом замешан, и начнешь с него! Нет. Глупец! Ты противишься воле совета? Ты тоже слышал признание ангела. Моя служба совету закончена. Мы сотворили тебя! Ты наш! Ты еще должен найти разрушителя и прикончить его. Напомнить тебе про равновесие. Вставай! Азраил будет жить, пока будет полезным. Потом ты исполнишь свой долг.